Добринцы, внимание! У меня для вас две радостные новости. Первое. Вчера в наш храм был доставлен благодатный огонь. Теперь в Никольском храме поселка Добринка находится великая святыня, которая сошла в Иерусалимском храме и была доставлена в Липецк, а потом в наш поселок, в Никольский храм. Никольский храм открыт с 7 утра до 6 часов вечера. Ежедневно совершается богослужение утром в 7:30 и вечером в 16:00. В киоске можете также приобрести фонарь, благодаря которому можно принести благодатный огонь горящим к себе домой. Вторая новость. Объявление на 22 апреля в субботу в 10 часов утра. Пасхальный крестный ход вокруг поселка Добринка. 12 километров за 2,5 часа с молитвой о нашем районе. Не пропустите пасхальный крестный ход 22 апреля в 10 часов утра от Никольского храма. Посещение кладбищ Дни Светлой Седмицы неуместно, как-то для умерших наступило торжество – воскресение Христово. Не беспокойте усопших. Для поминовения усопших установлен День Радоница, вторник следующей седмицы, в этом году 25 апреля. Передайте своим друзьям, позвоните им или напишите. Следите за информацией в сети интернет на сайте provera.ru, а также в группах социальных сетей «Одноклассники» и ВКонтакте. Добринский храм. С праздником Пасхи! С праздником Светлого Христова Воскресения!